яхты. Наверное, там живут богатые люди. Это страна Сент-Винсент. Да, и Гренадины. Да, были мы там тоже, плавали. Там действительно много яхты и много вилл всяких. Короче, богатенькие там живут. Вот. Ну ладненько. Сегодня настало время нам отдохнуть. Посмотреть какой-нибудь фильм с друзьями. Вот. 25 гостей пришли. Угу. 25 кассет. 25 кассет, 25 кассет, 15 новых кассет. Круто! Из которых Маркус выберет, какой же фильм с друзьями сегодня будем смотреть в нашей видеотеке. Ну что, поехали! Первый у нас Гарфилд. Гарфилд. Американский пирог 2. О. Вторую часть не видел, я первую часть видел. Да, давай разденемся. Хорошо. Как будто вчера мой отец забирал меня после первого года в колледже. Мы с ним выпили пиво, и он сказал, теперь ты стал мужиком. Сегодня я скажу то же самое своему сыну. Дорогой, все твои речи ему не очень нравятся. Постарайся быть просто крутым отцом, как они говорят. Ладно, хорошо, я ему устрою настоящий праздник. Так вот его общежитие. Как вы поняли, молодежный фильм о проблемах первого секса. Следующий у нас... Первый секс, это всегда интересно. Хэм. О, ты что нам принес? Коэн и Тейт. Это кто такие? Гангстеры или полицейские? Коэн и Тейт. А, Адам Болвилл играет. Ммм. 1 ноября 1988 года Трэвис Найт был свидетелем убийства техасского преступника. Его семья находится под охраной ФБР. Главари преступной организации хотят поговорить с Трэвисом и выяснить, кто же стрелял. Они хотят поговорить с ним немедленно. Трэвису Найту 9 лет. А, ясно, помню этот фильм. Они будут охранять мальчика, чтобы бандиты не смогли к нему подобраться. Угу. Кстати, очень интересный фильм. Вспомнил я его. Ладно, оставляем, конечно же. Про мальчика Трэвиса Найта, свидетеля убийства, которого охраняли двое ФБРовцев. Коэн и Тейт. Тейт, о. Следующий у нас Миньоны. Ну? Двойной удар, мультфильмы. О, это Ван Дам? Где сделали клон Ван Дамма? Два Ван Дамма было. Помню этот фильм. О, это у нас... Даже нечего сказать больше. Том и Джерри. Кому нравится, можете смотреть. Мне лучше, ну погоди. Не так больно волку все-таки заяц делает, как мышь это
Следующий у нас мастер Шифу. Но поменяться местами. О, это крутой был фильм. Комедия с участием Эдди Мерфи и Дэна Эйкрода, где они поменялись местами. Уилли, мой мальчик, ты как раз вовремя, проходи. Садись. Спасибо, ребят, я уже завтракал. Это не завтрак, Валентайн. Мы просто хотим тебе объяснить, чем мы тут занимаемся. Мы торговцы, Уильям. Чем именно мы торгуем? Продукцией сельского хозяйства. Например, кофе, который ты пьешь на завтрак. Зерном, из которого пекут хлеб. Свинина, из которой делают бекон. Всем тем, из чего состоит сэндвич с беконом, салатом и кетчупом. Потом еще есть апельсиновый сок и золото. Хотя золото не растет на деревьях, подобно апельсинам. Тебе пока ясно? Да. Пока ясно. Давайте оставим. Веселый фильм был, я помню. На месте Эдди Мерфи тут должен был быть Дэн Эйкроуд, но они поменялись местами. Следующий у нас Панда По. Ох, тренировка окончена. Маугли, Винни-Пух, возвращение бонного попугая. Ох, мультики. Российские любимые мультики. Винни-Пух. Его сразу нет. Жрать не надо много так. Они спешат на день рождения Кошленку и я. Помню я эту серию. Шарик лопнул, побежал за вторым шариком. Винни-Пух мёд весь съел и подарил пустой бочонок. Следующий у нас Матроскин. Ну, ну, давайте, вставляйте мою косяку. Пуз и Блеф. А, это... Да, да, это Челентано. Адриано, которого зовут. Фильм Нет? Это Туз. А, это Туз. Фильм называется Туз. Ага. А Блеф вторая. Лента, вот, начало, вот. Это Туз фильм. Ясно. Челентано. Адриано Челентано. Следующий у нас Бродяга. Ну? Звезды, войны 2. Атака клонов. О. Вместе с... Со своей леди смотрите «Звездные войны». Умираете. Дайте, джедаю, что я говорю. Очень-очень жаль, что так получается. Простите.
Извините, я встать не могу. «Звездные войны» — это тоже фильм на любителя. Мне лучше нравится «Властелин колец». Там круче батл. Лучше нас Ферби. Ну, давай. Джон Кью. О, это очень хороший фильм. Как-никак. Дензел Вашингтон, главные роли. Я вспомнил этот фильм, это просто его надо видеть. Джон Кью, Дензел Вашингтон. Слушай, нас Питер Рэббит. О, ну ты что-то... Комната страха. О, Джоди Фостер? Уже неплохая актриса. Молчание ягнят играла. Ого, Джуди Фостер. Конечно, мир по твоему приказу не обращается. Не надо, вообще не глядь. Ради бога, извини. Через 26 минут у меня следующая встреча. И Ганнибал тоже. Я уже хотел уходить. И ушел бы. Если ты думаешь, что я стал бы ждать, ты жестоко ошибаешься. Здравствуйте. Построенный в 1879 году. Это середина дома. Это гостиная, формальная столовая сзади, рядом с кухней. Ремонт сделан в 1984 году. Все удобства восстановлены в полном объеме, подобающие такому особняку. Спальные две штуки на втором этаже. Боже ты мой, потрясающее место. Эй, давай-ка не катайся. Они купят этот особняк и начнутся жуткие приключения. Наверняка там будут эти как-то привидения и так далее. Следующий у нас мексиканец. О, ты что притащил? Лики смерти. О. Ого, шокирующее видео. Ого. А, я понял. Это документальный фильм. Про всяких чудиков. Шокирующее видео. Хорошо, что эти два не свели в шоты жизни. Да. Подборка шокирующих видео на одной видеокассете. Это интересно. Слушай, у нас Чарли. Ну, давай. Гоблины. О, где-то я это слышал уже. О, должен быть хороший фильм, как-никак. Warner Brothers производство.
мать, вы им сделали! Я ни хрена не поем! Вперед! Скорее, еще чего! Обойдусь без еды! Ничего, такая леди мне понравилась. Гоблинам, наверное, тоже понравится. Следующий раз кот. Таите. Лангольеры. О, это вообще ужастик. Фильм по произведению Стивена Кинга. Покупали иностранные облигации, 23 миллиона долларов вы вложили. Вы потеряли, я знаю, да? Конечно, знаю. Я должен рассказать об этом людям в Бостоне. Вы не можете ехать в Бостон? Вы лично распорядились фондами. Совет директоров вас разбьет. Нет, поэтому я и поеду, успокойся. Все будет в порядке. Увидят, просто прекрасно. Странное что-то в голове у этого человека. Люди, каждый со своей судьбой, со своими тараканами, окажутся в одном самолете, последнем самолете на Земле. Слышишь, нас грусть, непропеченный. Ну, давай. Может, посмотришь комедию? И перестанешь грустить, как-никак, комедия о самых клёвых парнях. Свидание у чудика. Ну да. Ну а ты что печалишься? Со звуком что-то не то. Как в этой, как в бочке все. Ну ничего. Все равно остаешься. Да. Так, следующий у нас Рейвен. О, ну, что нам юные титаны привезут, Славик? В поисках приключений. О, великий Ван Дамм, давай, Ван Даммчика. Давай сюда нам, Ван Даммчика. Это было бы здорово. Хорошо, ходите к воркам. Будьте как дома, я сейчас принесу. Спасибо. Тоже что-то со звуком. Да, я помню этот фильм. Все надо бандитный бар. Что ты можешь для меня сделать? А потом придет Ван Дамм и всех их раскидает. Вот. Крутой Ван Дамм всех их раскидает. Дальше. Юни Китти. Ну, что притащила? Максимально разбил удовольствие XXL. О. Сбор музыкальных видеоклипов. Короче, другие клипы приносить будут. Круто, у нас новые клипы, да? Покажи. Ах да, кстати, еще другие будут приносить клипов. О, хай-фай, Меладзе, Нана.
Пожарище, конечно же. Устроим крутую вечериночку. Следующий у нас Бальтазар Брат. О, братишка, ты что притащил нам? Союз XXI. О, XXI это 31. 31-й сборник. Ага. Что тут у нас? Тоже хай-фай. Целые две песни хай-фая у нас будут сегодня на вечеринке. Следующий у нас Хиккап. Ну, послушаем твою музычку. Так. Это же на... Да зачем? Качество, конечно, не лучше, но зато громкий звук. Все знают эту песню и будут подпевать, не так ли? Да. Ну, прощай навеки, прощай, моя любовь. О, я уже начал. Следующий у нас Чубака. Ну, Чубака, как у вас там батл кончился? О, хорошо, еле жив, еле живой. Отбитый. Популярная группа. Неплохо девочки пели. Ну, следующий Даша. Мишка. Свет, Маша, вам привет. Ну, ладно. Что нам прислала Маша? Посмотрим. Ну, в то время это было круто.
так танцевать, и пируэты на сцене выделывать. Следующий. Там еще была эпоха классического пения. Следующий у нас Бэтмен. Ну, что вам там, Готэм Сити. Слушайте. Это мы не будем слушать, это слишком уж даже для моего терпения. Следующий у нас тролли. Ну давай, показывай. Жени Белоусова, к сожалению, уже нет живых. А Киркоров еще жив. Да. Когда же снимался в «Масках» передаче. Да, снимался и поет еще. Еще поет. Слушай, у нас по. Так, давай. Любимая музыка телепузиков. Показывай. Какой-то. Но YouTube все равно не подсказывал нам. Не подсказал YouTube нам. Ну, короче, какой-то популярный парень, который был популярен в 80-х годах. Во. Пел. Следующий у нас монстр. Монстр тоже слушает музыку. Да. Хотите послушать и посмотреть этот мультяшный клип, ищите в Ютубе Джордж Майкл. Песня назывался Shoot the Dog. Да. Стреляй в собаку. Да. Идем дальше. Следующий у нас Супермен. О! Я тут пролетал мимо.
Я оставлю вам кассету и полечу дальше. Спасать мир. Всех поздравляю с днем рождения. Так, ну, есть у нас еще кто-нибудь? И последний гость у нас это Салли. Так, ну, посмотрим, Салли, что вы там. Посвященная телевизионному каналу «Пиво». Боже, там клип классный. Если кто еще не видел, поищите в YouTube «Spice Girls Viva Forever». А теперь мы будем смотреть кешу.